Певица Анна Калашникова пережила этим летом настоящую трагедию. Молодая женщина потеряла второго ребенка. Стархит первым сообщил о печальных событиях, произошедших у артистки. Тогда в окружении Калашниковой отметили, что сама она отказывается говорить об этом. Впервые за долгое время звезда нарушила молчание. В авторской колонке, вышедшей в одном из изданий, молодая женщина откровенно поведала о том, как все произошло. Анна Калашникова потеряла ребенка. Анна чувствовала себя счастливой рядом с новым возлюбленным, поэтому первые пару месяцев она не говорила, что они готовятся стать родителями, предпочитая оберегать счастье от общественности. Однако, когда окружающие и коллеги узнали об интересном положении звезды, они начали судачить о том, что артистка имитирует беременность. Анна подверглась травле со стороны бывшего жениха Прохора Шаляпина, который также не верил ее словам. С самого начала беременности Анна тщательно следила за состоянием здоровья и регулярно наведывалась к специалистам. В одной из программ Калашникова осмелилась показать снимки УЗИ, чтобы ее перестали обвинять во лжи. Анна увидела, как страдали другие женщины, столкнувшиеся с такой бедой. Перенесенную боль и страдания Анна старалась спрятать за лучезарной улыбкой. Она приветливо общалась с людьми, выходила в свет, но никак не реагировала на вопросы о том, куда пропал ее живот. Как рассказывает Калашникова в авторской колонке, минувшим летом произошли и другие события, которые отвлекли журналистов от ее персоны. Поклонники рока обсуждали самоубийство лидера Линкин Парк Честера Беннингтона, а фанаты Иванушек Интернешнл скорбели об ушедшем из жизни из-за болезни солисте Олеге Яковлеве. На страницах русского пионера молодая женщина вспомнила все события, так потрясшие общественность, и выразила накопившиеся эмоции. Анна считает, что в будущем ей вновь удастся родить малыша. А пока она направила все силы на развитие карьеры и воспитание Даниила.